Это проект «Счастливы вместе» о молодоженах. Мы здесь рассказываем истории любви и истории их знакомства. Если вы хотите, чтобы мы рассказали вашу историю любви, о том, как вы счастливы вместе, обращайтесь по телефону 0692-69-789. И мы расскажем вашу историю любви. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting... Сегодня, 20 июля 2019 года, Дима, у вас самый счастливый день в вашей жизни. Сбылась ваша мечта, и вы соединились. Если можно рассказать вашу историю любви, когда вы познакомились... Если вы помните дату. Дима. Ну, кто начнет? Дима. Наверное, я начну. Давай. Инициатором нашего знакомства был я. Как в обычной житейской ситуации, наше знакомство произошло, первое знакомство произошло в маршрутке. Так, дополняем. Где? Меня увидели в маршрутке. А, увидели, да, так. Именно первая наша встреча, она была в маршрутке. Девушка зашла в маршрутку, я ей уступил место. Uh-huh. Вот. Настолько сильно мне понравилось, что я сумел найти возможность с ней связаться, написать ей. И социальные вот... сети в помощь. Что-что? Социальные сети. Нашел девушку в соцсети Одноклассники, написал ей. И так вот познакомились. Через несколько дней мы увиделись, и так завязались наши отношения. Ваша история, вот он рассказывает свою версию, а вы рассказываете свою. Может, он что-то упустил? Упустил, что он давно мне писал, а я не верю в эти знакомства в социальных сетях. Мне отвечал, пока не написал, что увидел в маршрутке. Потом я начала отвечать, и после этого, да, мы увиделись. А какое это было число? Вы помните это дату? Это был 22 марта 2019 года. Угу. Как вы думаете, в вашей семье будут такие традиции, как отмечать годовщину знакомства, годовщину свадьбы? Я думаю, что они не только возможно, а они будут. Как он сделал предложение? Когда это было? Через сколько времени и как это было? Было очень недавно. Так. Число я не помню. Если мне память не изменяет, это было 15 июня. Посмотрите, видите, теперь вы понимаете, кто у вас будет глава семьи? Конечно, я даю возможность. Это было 15 июня, это уже года на бульваре Минеску. Что вы говорите? Да. Я не была свидетелем вашего. Я так, так. Прямо на бульваре. Так. Мы шли. Самое интересное, присели. И я в этот момент окончательно понял, что... Я хочу, чтобы данная девушка была всю жизнь рядом со мной, что я хочу быть рядом с ней. В тот момент я окончательно осознал, как-то вот так все это пришло в голову, в доли секунды я окончательно осознал, что я не смогу без этой девушки, что я ее люблю, что это лучшая девушка на этой земле. И я решил сделать ей предложение. Предложение получилось спонтанно. Да, как известно там в фильмах, да. На коленка припал, было это? Да, я так. Встал на колено, и я попросил ее руки и сердце, и предложил стать моей женой. А я люблю больше показывать, чем рассказывать, скажем так. И, ну, когда он появился в моей жизни, он появился в свет, в конце концов, наверное, я ему это сказала, он знает. Ну, раз уж мы дошли до этого шага, для меня тяжело, я выходила замуж, это я убегала от этого, для меня это было сложно, не могла это воспринимать, но за короткое время много чего изменилось, и он много изменил в моей жизни, какой-то смысл дал, которого у меня не было, и я его это очень сильно. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around.
the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Been all around the globe trying to protect your soul.